Теме безопасности пассажирских перевозок в Одинцовском районе всегда уделялось особое внимание. Участие в круглом столе, кроме сотрудников ОГИБДД, приняли работники прокуратуры, областного Минтранса и представители всех 17 местных компаний-перевозчиков. Было отмечено, что в последнее время участились случаи падения пассажиров в салоне общественного транспорта. Если пассажир упал и ударился головой, получил ушиб или ссадину из-за резкого торможения, вина водителя очевидна. Для них предлагались варианты создания иного графика и проведения внепланового медосмотра. Они у нас падают. Почему? Потому что они шатаются и болтаются по салону, а вы изначально повесьте вот эти памятки, уберите ту рекламу, которая завешена все салоны автобуса. Вот. Это немаловажный фактор, то, что водитель тоже должен контролировать, что у него творится в салоне. Много жалоб поступает на водителей компаний-перевозчиков по нарушению правил дорожного движения. Особенно это касается Можайского шоссе, улицы Вокзальная и микрорайона Трехгорка. Было принято решение жестко наказывать таких водителей прямо на месте. Среди других проблем – хамское поведение, разговоры по телефону, мат и курение в салоне. На круглом столе было отмечено, что ряд компаний-перевозчиков не уделяют этому должного внимания. Участники совещания приняли решение усилить контроль за отбором водителей, установить в салонах общественного транспорта видеорегистраторы и тахографы, а также пресекать нарушения расписания. Жалобы поступают не только в адрес министерства, в адрес губернатора, в адрес Добродела. И режим ответа в течение суток, иногда меньше времени. Поэтому у меня убедительная просьба. Пожалуйста, отладьте каждый в своем предприятии режим движения ваших транспортных средств. Зачастую, проезжая вот даже по территории нашего района, я лично наблюдаю, как очень многие водители проезжают остановочные пункты. Также на встрече затрагивались вопросы, касающиеся нелегальных перевозчиков. Мила Тарасевич, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».